подвигам тех, кто защищал родину от фашистов, посвятят свои спортивные достижения участники онлайн-конкурса «1945». Он проводится в рамках Года памяти и славы и приурочен к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Дистанционные состязания организует городская комплексная спортивная школа Олимпийского резерва. Участие принимают отделения по видам спорта. Также к участию приглашаются жители города Заречного, представители других учреждений физической культуры и спорта. В названии конкурса зашифрована не только памятная дата, которой он посвящен, но и задание для участников. Им необходимо будет записать видео, где они выполняют два упражнения. Одно нужно сделать 19, второе – 45 раз. Кроме этого, конкурсанты должны кратко рассказать о своих родных, которые были участниками Великой Отечественной войны. Для этого нужно записать на видеоролик свое обращение. Например, я Иванов Павел, мне 12 лет. Я занимаюсь на отделении командных игровых видов спорта футболом у тренера такого-то. Свои спортивные подвиги посвящаю своему прадеду Иванову Павлу Егоровичу, который погиб под Ржевом в 1942 году. И выполни, так скажем, подходы 19:45. Хронометраж видеоролика – 2-3 минуты. Если конкурсная работа получается объемной, ее можно разбить на два фрагмента продолжительностью 2-3 минуты каждый. Все это нужно отправить на адрес электронной почты, который вы видите на экране. Подать заявку можно до 15 июля. Итоги онлайн-конкурса 19:45 подведут 31 июля. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».